вообще идти? О, Сережка, а ты что такой загруженный? Да мне просто в первый класс идти, я вообще не представляю, что там будет. Точно, ты идешь в первый класс. Сейчас я тебе все расскажу. Все начнется с самого утра, как ты только проснешься. Как здорово, сегодня идти в первый класс. О, проснулся даже без будильника. Чего? Сереж, не слушай ее. Все будет совсем по-другому. Сережа, Сережа, просыпайся, ты же школу проспишь. У тебя сегодня первый день в первом классе. Да не хочу в школу, хочу спать. Сейчас ты наговоришь ему. Сережа, в школу ты оденешь свою самую лучшую одежду. В школу-то ходит. Одеваться нужно чем проще, тем лучше. Ты опять за своё. Сережа, не слушай ее. А знаешь, с каким ты вдохновением пойдешь в школу? Ты не пойдешь, ты полетишь. Сережа, ты куда? Ага, конечно, полетит. Нет, он пойдет по-нормальному, по-простому, как все нормальные люди. Пойдем, пойдем, а то опоздаем. Да не хочу я в эту школу, кто ее вообще придумал? Нет, еще раз нет. А знаешь, с какой радостью ты будешь возвращаться после школы? Верь ей больше. В школе не сказочно и прекрасно, а придешь ты со школы вот так. Ах уж эта школа, кто ее вообще придумал? Не поиграть ни с кем, не поболтать, сидеть весь день, скукотень. Сереж, если слушать эту Яну, в школу вообще не захочется. А в школе так классно, и поймешь ты это, когда будешь делать свое первое домашнее задание. 2 плюс 2 равно 4. Как здорово у меня все получается. Домашнее задание? Да это вообще жесть. Любой школьник тебе про это может сказать. И вот так вообще-то его делают. Гриш, дай списать завтра на перемене. Опять все не так. Сережа, после того, как ты сходишь в школу, сделаешь свое домашнее задание и ляжешь спать, ты только и будешь мечтать, чтобы этот день повторился снова. Поскорей бы уже утро наступило. Как же хочется опять в школу пойти. О, нет! Вот я знаю, как будет выглядеть это на самом деле. Все, девочки, хватит. Все, девочки, хватит. Я теперь вообще не знаю, как мне в школу идти. Так, а что тут у вас происходит? Да я хотела узнать, как мне в школу идти, а девочки меня совсем запутали. Одна говорит одно, другая говорит другое. Ой, дети. Ну разве можно рассуждать о том, как будет в школе? Ведь ее все воспринимают по-разному. В мире нет ничего прекраснее, чем познавать что-то новое, учиться, читать и на всю жизнь запоминать мудрые строки. А учитель – это человек с большой буквы, с огромной, чистой душой. Он дает нам эти знания с самых малых лет, учит читать, писать, считать, вести себя в обществе. Ведь свой первый большой шаг в серьезную жизнь – делаем в начальной школе, и в этом нам помогает наш первый учитель. От лица всех учителей города и района я поздравляю вас с праздником 1 сентября, Днем знаний,
началом учебного года. В летний период времени вы хорошо отдохнули, набрались сил. И теперь с новыми силами вы подготовились к началу учебного года. Ставьте перед собой цели, достигайте их, мечтайте, дерзайте. С праздником вас, дорогие ребята!